Здравствуйте, можно, пожалуйста, хлеб? Два изумруда? Хорошо. Спасибо. Ух, вот я и дома. Можно присесть, да. Как хорошо сидеть дома, чем на работе. Собственно, можно включить радио. Срочная новость. Был взорван радиационный завод, и вся радиация теперь находится в вашем мире. Убедительная просьба всем спрятаться в своих домах или в погребах, но и лучше найти ближайший бункер. Да, счастливо начинается мой вечерний день. Собственно, нужно выполнять то, что нам сказали. Лучше закрою дверь. А? Что там? Кто там? Кто? Черт возьми. Кто выкопал эту чертову яму? Ладно, ничего страшного. Слава богу, что у меня с собой была лестница. Где машина? Эй, что за шутки? Где машина? А где люди? Что за таблички там стоят? Что-то мне это не нравится. Вирус? Вирус. Неужели то, что говорили по радио, оказалось правдой, и это превратилось в вирус? Не верю. Надо посмотреть магазинчик. Никого нет. Что с дверью? Где дверь? Мои изумруды так и лежат. Почему их не забрали? Где еда? Где люди? Не может быть, что я остался один. Нужно все проверить. Собственно, нужно отлежаться и немного подумать о том, что произошло. Собственно, ух ты, уже ночь. Ладно. Что за звуки? Что за звуки раздаются? Так, ладно. Собственно, нужно обойти яму. А я просто так туда не пойду. Вот так уже можно идти. Я не знаю, что может быть там. Кто это? А? Кто это? Нет! Кто это? Он представляет опасность. Неужели это зараженный? Нет, я не могу об этом подумать. А вдруг это друг? Нет, все. Извини, друг. А! Нет! Нет!